Я лежу сейчас на лежаке, у меня у мужа телефонная конференция, он там в номере остался, убежал с завтрака, не получилось у него это посидеть, позавтракать спокойно. А там так получилось, что мы познакомились с соседями по столу, и пока мы разговаривали с голландцами, с Ивон и с Жаком, его 15 минут, которые у него были на завтрак, и закончились, и он убежал на телефонную конференцию в номер. А я осталась, спокойненько поела, довольная такая. Вот. А сейчас, чтобы ему не мешать, вышла сюда к бассейну. Вот такой небольшой бассейн. Те, кто пишут комментарии на отель, говорят, что бассейн не обрадовал. Вот он такой маленький. Вот. Ну, а что тут, в принципе, возле бассейна сидеть-то? Это я вот мужа жду. Мы сейчас, как он закончит, пойдем на море, на Карибику. Будем там отдыхать. Есть у нас время. Выселение только в 12, а сейчас 10. Поэтому еще будет, может быть, один репортаж с этого места. А пока вот так. Всем привет, с Кюрасао!